Дмитрий Спирков из Латвии более 10 лет занимается добычей меда и других продуктов пчеловодства. Он регулярно приезжает на сельскохозяйственные ярмарки в столицу Карелии. На ярмарке «Добро осени» Дмитрий и другие производители имели возможность свободно реализовывать свою продукцию, не оплачивая аренду. Для нас участие в этой ярмарке бесплатно, мы регулярно участвуем в них, нам очень нравится, потому что еще лет 5 назад совсем были другого плана домики, не было ни освещения, крыша текла, сейчас вот мы заезжали, очень даже приятно, чистые домики, покрашено, просто приятно участвовать. Это отличная возможность реализации продуктов для фермеров. Выигрышными условиями на ярмарке воспользовались более 50 карельских производителей. Они предложили горожанам свежие, качественные и разнообразные товары. Мясо и рыбу, полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, капусту, картофель, свежую зелень и даже саженцы. В крытом павильоне петрозаводчане смогли приобрести вязаные шапки, кошельки из кожи, кулоны, керамику от 15 мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества. Условия здесь более выигрышные. Все-таки твердое покрытие, стандартные павильоны, нет вот такой грязи, антисанитарии. Это продукты экологичные, это продукты чистые. И, конечно, всегда приятно поддержать местного товаропроизводителя, потому что это наши. Организатором сельхозярмарки выступила корпорация развития Карелии. Ярмарка «Добро осени» стала второй проведенной в этом году. Наши ремесленники активно принимают участие по рекламе своей продукции, по продаже своей продукции. Продукция совершенно разнообразная и очень радует то, что из раза в раз наших товаропроизводителей местных становится все больше. От лица Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия хотелось бы поблагодарить всех участников сегодняшней сельскохозяйственной ярмарки за участие, за возможность представить ту продукцию, которую они произвели своим тяжелым трудом, учитывая аномально жаркое лето в этом году. С 1 по 10 октября пройдет еще одна ярмарка на улице Инженерной. Обещают еще больше участников, в том числе и из других регионов. Корпорации развития рассматривают возможность проведения рождественской ярмарки. Виктория Швецова, Станислав Шведов, служба новостей.